Милиция задержала мужчину, которого подозревают в серии нападений на магазины в столице. Напомню, сразу несколько ограблений произошли месяц назад. Первый инцидент случился 21 июля. Некий мужчина пришел в продуктовый магазин по улице Притыцкого. Там ему удалось похитить порядка 130 тысяч рублей. Тогда сообщалось, что злоумышленник угрожал сотруднику магазина предметом, похожим на пистолет. А спустя три дня произошло еще одно нападение. На этот раз на супермаркет на улице Лицкой. Правоохранителями было установлено, что указанное преступление совершило одно и то же лицо. В настоящее время оно задержано. В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что преступление совершил 25-летний, ранее неоднократно судимый мужчина. В ходе расследования предстоит узнать, является ли предмет, похожий на оружие, оружием и какой категории он принадлежит. Известно, что задерживали нападавшего в Воложенском районе, где он и проживал. Там же обнаружили и предмет, похожий на пистолет, которым подозреваемый угрожал сотрудникам магазина. Следователи проводят проверку по данным фактам. Это предварительное расследование по признакам состава преступления по статье «Разбой, совершенный повторно».